работа с возражениями – это такая большая часть, что самое важное, что должен помнить специалист. Работа с возражениями никак не меняется от того, действительно результат был неудовлетворительным или это субъективное восприятие клиента. Что достаточно хорошая мама делает с недовольным ребенком? Мы всегда возвращаемся к истокам. Достаточно хорошая мама контейнирует чувства. Ну, то есть она что делает? Дает границы этим переживаниям. И принимает их, не разрушается от того, как ведет себя ребенок. Каждый человек имеет право на свои переживания. Или проблема в том, что я как мастер предоставляю услугу, ожидаю аплодисментов. Да. Это обратная сторона вопроса. Очень важно понимать, что когда к нам приходит человек и доверяет нам, ну, во-первых, часть своей внешности, кроме того, свое эмоциональное состояние, ожидать, что вот этот тот человек, который пришел и сейчас находится в вынужденно и, в общем-то, добровольно меньшей позиции, чем я, то есть все-таки у меня власти больше. Это очень важно понимать. Он будет мне оттуда аплодировать. Это большое заблуждение. Нет никакого универсального средства. Его просто нет. Потому что из каждой конкретной точки, где ты находишься, есть какой-то один шажок в еще больший деструктив, а есть шажок в какую-то более стабильную ситуацию, позицию. Я бы не стала очень глубоко говорить про выгорание. Я очень радикально в этом смысле настроена, потому что у меня есть глубокое убеждение, основанное на уже, скажем так, большом опыте работы с клиентами и с группами. Ребята, если выгорание случилось, это невозвратный процесс, настоящее выгорание. И очень важно здесь отличать состояние творческого кризиса, апатии, нежелание что-то делать, такое вот общее вялое состояние. Очень важно отличать от настоящего выгорания. Настоящее выгорание – это состояние невозможности продолжать работу.